фифа высадили в прошлом году. В сельхозпредприятии «Победа» не только производят, но и перерабатывают фрукты, овощи и орехи. Местную продукцию охотно покупают туристы. Они все чаще выбирают Головинку для отдыха, поэтому необходимо срочное обновление коммунальной инфраструктуры. Уже закуплены новые насосы для реконструкции очистных сооружений. В планах обустройство безопасного перехода через железную дорогу на пляж. Если здесь будут действительно гостиничные комплексы, там три звезды, и это будет перехватывающий курортный наш поселок, возможно, в перспективе городок, который всех въезжающих туристов со своими потребностями, отвечающих их потребностям, здесь можно все сделать. Территория не освоена, мы это видим. Территория прекрасная, прекрасный вид, поэтому здесь только развиваться и развиваться. Вековое тюльпановое дерево, пожалуй, главный центр притяжения в Головинке. Место, почитаемое местными жителями и привлекающее туристов. Давние традиции плюс современная инфраструктура – это сочетание может превратить небольшой сочинский поселок в по-настоящему интересный для массового туриста курорт. Но в первую очередь, говорит мэр, развитие должно пойти на пользу местным жителям. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто директор? Здравствуйте. Рядом с 78-й школой есть возможность построить физкультурно-оздоровительный комплекс для всего поселка. Алексей Копайгородский поручил ускорить процесс. Другие актуальные для жителей Головинки проблемы обсуждали на сходе граждан. Газификация и уличное освещение, водопровод и канализация, детские площадки и тротуары. Мэр распорядился найти возможности решения каждой из поднятых проблем. Принимались и письменные обращения, на которые в ближайшее время будут даны ответы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.